Больше 1500 студентов Чувашского педуниверситета в этом году получают диплом государственного образца. 50 лучших из них педуниверситет отметил наградами. Наталья Мальчикова расспросила о планах на будущее. В волнительном ожидании вчерашние студенты, сегодняшние учителя. Большой праздник. Лучшие из лучших отмечают окончание учебы. 536 человек заканчивают очно. Вместе с заочниками это 1054 студента. И при том каждый четвертый учится на отлично. Это вообще супер. У нас трудоустройство около 84%. Я очень надеюсь, что вы останетесь в системе образования Чувашской Республики прежде всего. Я вижу среди вас и иностранных студентов. Вы пойдете в систему образования той республики, того региона. Без лишней скромности ребята преуспели во всем. Мне кажется, я взяла студенческую жизнь вот просто все по максимуму. И вот мой пятый курс, он заполнился мне самыми яркими событиями, потому что я стала студентом года, выиграла олимпиаду в личном зачете. Чтобы стать лучшим, оказалось, пятерок и красного диплома недостаточно. Чувашский педуниверситет имени Яковлева не просто высшая школа. Школа высоких достижений и больших побед. Мы провели такое большое количество школ актива, что даже не счесть. Сейчас у нас действует 18 общественных объединений. Это поисковый отряд «Память», медиакоманда, это спортивные, интеллектуальные клубы, клубы различного уровня. То есть, когда возникает инициатива студентов, мы стараемся всячески поддержать и развивать эти инициативы. Все больше выпускников ЧГПУ расставаться с родными пенатами не спешат. Хороший педагог хорош тем, что сам учится всю жизнь и тому же учит других. С детства моя дочь мечтала быть учительницей. И гордость, конечно, переполняет. И я рада, что она поступила в ЧГПУ. Все, что нужно, я отсюда получила. Теперь только в магистратуру, дальше добирать знания и уже учить детей. Грусть от расставания, счастье от того, что разделяешь торжественные моменты с тем, кто дорог. Родители, педагоги и те, кто за 5 лет студенчества стал родным человеком. Знаете, я завидую сейчас, смотрю на первокурсников, которые идут в университет, такие счастливые, беззаботные. И вот мы, 5-й курс, заканчиваем университет. Да уж, этот путь мы никогда не забудем. Уже завтра выпускники снова станут новичками. Теперь уже в рядах учителей. Наталья Мальчикова, Павел Иритков, Республика.